Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, что у нас тут? 155. Тут у нас 4000. И тут 4000. Ну что ж, нормально. Так, рейд закончился. Это хорошо, друзья мои, что рейд у нас закончился. Так, давай я, наверное, заберу тут сферу. Так, теперь заберем здесь. Так, открыт новый уровень сложности рейда. Доступ оружия готово к бою. Получи снаряжение типа навык и очки. Чего очки там? Че, непонятно, какие-то очки. Так, награды заберем все. Угу. Так, открыт уровень сложности рейда. Твой альянс открыл новый уровень сложности для рейда Гамма-3. Достигни порога его и завершения, получи награды. Понятно. Так, что у нас тут? Задание. Так, в войне. Победа в состязании. Я, получается, я лучше здесь. Ну и последнее. Ладно, ребята, этим я заниматься сейчас не буду. Это я уже там потом за кадром сделаю. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, понятно, здесь я, ребята, не смогу поучаствовать, к сожалению. Я единственное, что могу, это забрать очки. Вот таким вот образом. Ну, не очки, а награды, скажем так. И все, что ли? Больше ничего здесь мне недоступно. Печалька. Так, в налете. В налете, по-моему, ребята, я все награды забрал. Сейчас глянем. Да, абсолютно все награды забрал, так что здесь мне уже делать нечего. Да и неинтересно. Просто так в холостую там долбить. Так, рейды Альянса, это мы потом быстренько пробежимся. Сейчас, наверное, все-таки, друзья... А, вот. Давай заберем здесь награды в испытаниях. Так, золотую сферу, наверное, мы с тобой сейчас откроем. Так, это я тоже забираю. И здесь тоже автопобеда. Шикарно. Так, ребят, ну что, теперь надо забирать наши награды. Так, ну здесь мы ничего особенного не получим, я больше чем уверен. Дубликат. Как всегда, ребята, дубликат нам выпадает. И здесь... Оу, это уже что-то новенькое. Но такого персонажа у меня пока, ребят, не открыто. Содержит ионы. Ну, давай. Ионы свои. Так, подтвердить. Дальше идем. Дальше, дальше, дальше. Так, две. Давай по одной, наверное, будем открывать, ребята. Всего лишь один выпал. А мне нужно их, ребята, по-моему, 40. Блин, опять один. Я таким макаром Крэйвена фиг когда открою. Так, ну что, 4 сферы на деньги. Сразу их открою. А миллион, да? Понятно. Миллион заработали. И еще 6 сфер. Это у нас... Угу. На гамму. Так, ну что, здесь получается все, друзья мои. Так, 109. Это пока. Здесь у нас... даже так. Опа-на. Чтобы зарабатывать фрагменты их сфер. А ну-ка, давай. Тьфу ты. Ну что это, ребят, за награда? Блин. Не знаю, смех. Просто смех, друзья. Так. Ну а здесь... Давай что-нибудь путевое, ребят. Что-нибудь путевое. Боеголовка и... X. Тоже, ребят, не очень хорошо. Не очень хорошо выпало нам. Так, здесь, ну, здесь уже просто снаряжение. Здесь уже просто, ребята, снаряжение. Так, фиолетовое снаряжение. Давай открываем. И здесь. Так, с этим у нас получается все, да? Так, тут 475. Здесь 1500. Естественно, нам ничего здесь не приобрести. Так, тут 3000 есть. Значит, мы что с тобой делаем? А я даже не знаю, что мы с тобой здесь делаем. Кого нам прокачивать? Йо-йо. Или Шерон Картер. Плащ. Ну, давай йо-йо. Давай ее потратим тогда сюда. Так, здесь
получаем с тобой. Вот так вот. Ну что, теперь вроде бы, ребята, можно и закрывать ежедневные цели. Поехали. Так, пройти два испытания. В налетах мы поучаствовали. Открыть две сферы, это мы сделали. Купить припасы, вот мы еще не сделали с тобой. Сейчас пойдем купим припасы. Тоже закроем это задание. Так, здесь. Возьмем здесь. Так, тут прикупим. Давай, наверное, вот этих возьмем. Ну, что еще тут у нас есть? Так, вот это возьмем. И, ну, в принципе, и все. Получаем. Так, ну теперь участвовать в ИЗО 8. Да, прям так, автопобеда, ребята, сделаем. Так, 100... Ну, давай. Давай. Так, и здесь сколько там, сутка? Ну, 2,72 и... 24 потратим. Так, нормально. Сразу два задания с тобой сделали. Так, вклад сделать. Ну, вклад, ребят, по-моему. Если что, я вот это могу забрать. А вклад у меня будет доступен только через час. Ну, можно, конечно, и так сделать, но я не буду, ребят, тратиться здесь. Участвовать в рейдах и... Ну да, просто сразиться в рейдах. Так, у нас пропуск удара, можно, в принципе, друзья, что там глянуть. Глянуть, что нам здесь выпадет. Так, 5 карточек на ястреба. Скоро, но это мне никак, ребята, не поможет. Так, что у нас опять там в припасах? Ну давай заберем изосферы эти. Так, погоди-ка секундочку, а у нас 725, да? 725, ну что, я тогда, наверное. А я уже и забыл, кого я тут прокачиваю, друзья, если честно. А, Филов, да-да-да, ее. Ее хочу прокачать. Так, ну и... Ага, вот здесь вот. А здесь я, ребят, докачиваю Марвел. Хотя у меня вместе с ней идет в параллель еще и спасительница. Может быть, давай спасительницу все-таки. Еще немножечко, ребята, и мы ее прокачаем на целый уровень. Угу, на целый ранг мы ее вкачаем. Так, что у нас там в этапах? Что-то завершили мы. Это забираем все. Это все забираем. Так. Что у нас там в налете-то опять появилось? Я что-то не пойму. Давай. Сделаем так. Тут, как всегда, наверное, сфера обычная. Естественно, ее тоже закрываем. Что у нас там по звездам? 425. Ну, давай просто глянем, ребят. Маргана Лефей. Но у меня ее, по-моему, ребята, нету. Она у меня еще не открыта, поэтому смысл тратиться на нее я не вижу. Вот я бы спасительницу бы на 6-ю звезду бы прокачал бы, если честно. Но это еще надо фиг знает сколько там пахать. Так, уровень 80, это не для меня, ребята, это слишком жестко. Я могу только вот, ну, максимум здесь повыпендриваться. И на второй, так, поехали. Ну, давай начнем вот отсюда. Так, что-то у меня за команда. Блин, ты что за команда такая? А ничего не поделаешь. Ребята, они не прокачаны мне, я ничего сделать не могу с этим. Это не прокачано, поэтому придется вот такой командой. А мне в клане говорят, Рэй, не тратьте там на всякую ерунду, качай нужных. Ну а как, ребята, дальше-то играть тогда, если я буду качать только мне нужных? Я тогда никуда здесь вообще не пройду. Никакой событий не смогу. Видишь, какие тут персонажи участвуют? Ну и как я буду проходить, если мне их не прокачивать? Ну согласись. Поэтому вот и приходится, ребят, качать тех, как сказать, кого есть возможность.
Ты думаешь, мне нравится, блин, качать этого соколиного глаза, например, или еще кого-нибудь? Нет, но они вынуждают. Так, ну что, давай, наверное, сюда пойдем. По этой ветке. Сколько у нас там еще? Я просто не посмотрел, сколько энергии. И, кстати, мы сейчас будем с собой персонажа открывать. В принципе, я для этого сюда и зашел. Так, все, здесь энергия закончилась. Остается у нас... Ну, здесь я вряд ли, ребят, потяну. 80 плюс. Нет. Я не справлюсь, ребят. 100% говорю. Делать мне там, грубо говоря, нечего. Так, ну, а здесь будет все довольно легко. Также, ребята, через симуляцию попыток делаем, чтобы все это быстренько собрать. Награды будут, естественно, савидж. Дешевенькие. Ну, это как бы считается для новичков. В принципе, я и есть как бы новичок. Я не скажу, ребята, что я тут супер продвинутый или еще какой-нибудь. Нет. Очень мало у меня бойцов. Бойцов, точнее, много, но мало кто из них прокачан. Понимаешь, да? Все, тут кончилась у нас энергия. И получается, что, по-моему, я все, ребята, ее потратил, да? Смотрим. 5, 5, 5, да? Здесь я больше сделать ничего не могу. Получаем награду. Тратить из-за энергии, участвовать. Блин, мне нужен еще один рейд, в принципе, закончить. Но я сейчас не смогу, ребята, сделать этого. Не хватает. Не, можно, конечно, сферу потратить, но... И я в этом не вижу никакого смысла. В этом я не вижу абсолютно никакого смысла. Ну что, теперь, наверное, я думаю, можно, ребята, и персонажа открыть. И первым, кто это будет, это, ребята, у нас Титания. Блин, она выглядит, конечно, круто. Фига себе. Рок-звезда, что ли, какая-то? У нее парик это или что? Короче, это злодейка? Хм, злодей, мир, био, буянка еще и повелитель зла, нифига себе. Знакомьтесь, гуру социальных сетей, сенсационная бузитерка и повелительница зла Титания. Ей ничего не стоит заблокировать способности лечения или кого-нибудь в сети. Даже так? Блогерша, что ли, какая-то? Ну, видимо, да, ребят. Ну что же, первая способность у нее — это, ребята, в погоне за популярностью. Наносит основной цели 80% урона. Слишком хороша для тебя. Наносит основной цели 100% урона. В случае критического удара снимает с персонажа все отрицательные эффекты. Снимает с персонажа все отрицательные эффекты. В космическом испытании дает один заряд ускорения и один заряд усиления атаки. Этой атаки невозможно избежать. Вот такая вот она у нас Титания. Я сейчас сразу же здесь, ребят, кое-что поставлю ей. Угу. И второй персонаж, ребята, это Минстоун. Наконец-то я накопил. Это у нас злодейка, мир био, сдерживатель, повелитель зла, молния из глаз. Тоже повелитель зла. Она вместе с Титанией, что ли, получается, одного поля ягодка. Ну да, выходит так, ребята. Ну что же, у нее 3 звезды. Кто она такая? Минстоун гипнотизирует, манипулирует другими, а энергетическими взрывами накладывает оглушение и травмы на своих врагов. Нормальная такая. Презрительные удары. Наносит основной цели 80% урона. Темный шепот. Снижает шкалу скорости врага с наибольшим уроном. Кроме основной цели на 5% заставляет его атаковать основную цель. Наносит основной цели 100% урона. Такая вот. О, мы еще и ранг ей сразу же повышаем, друзья мои. До 4 звезды. Прекрасно. Что я могу еще по этому поводу сказать? Такс. А что у нас в плане прокачки, друзья? Мне надо Локи, ребята, как-то... Блин, как он... Как он медленно качается, а? Как он медленно, друзья мои, качается? Именно по уровню. Я не могу его прапать, ребят, без уровня. Такс, у нас этапы. Что там у нас в этапах? Я сюда мне награду всю эту заберу у тебя. Так, и у нас 159 энергии. Ну что, ребят, наверное... Что мы можем на 159 энергии сделать? Ну, во-первых, я зайду
Сюда. Откроем это. Не хотелось бы мне, конечно, дальше тут пройти. Но это нереально, ребята. Дальше меня там просто валят. А можешь попробовать? А, вот у меня кто тут. Понятно, таким составом, конечно, ребята, нам ничего не суждено сделать. Если бы у нас хотя бы вместо... А, что там? Только персонажи типа био или навык с 5 красными звездами. Ей не хватает одной звезды. Если бы здесь бы стояла бы пустельга, например, вместо хотя бы вот этого, сорви головы, то да, мы могли бы. Могли бы, ребята, здесь нормально пошухерить, если честно. Но, к сожалению, у пустельги не 5 красных звезд. А пятую звезду на пустельгу где-нибудь можно вообще заработать? Ну, тут не вижу я. А тут у нас что такое? Почему? Блин, ну здесь то же самое. А против кого хотя бы деремся? 63, 64, 65, 61. Да, серьезный противник. Так, подожди, ребята. А мы можем с вами... восемь, ё-моё, тут... Там что-то как-то жестко, если честно, ребята. Ну, вообще жесткач. Так, тут они под бонусами все, прикинь. Все под бонусами, ребят. Так, а где-то я же закончил, ребята, но... Не могу вспомнить. Подожди секундочку, сейчас найдем. Блин, кстати, вот, что мне надо. Дофига на нее тут понадобится тратиться. Угу. Неужели в команду героев? Или все-таки здесь? Вот здесь, ребята, я не могу пройти. Тут трэш какой-то. Блин, что, неужели здесь? 90-сотый. Да, меня там порвут. Нексус. Сложно. Вот здесь тоже, ребята, не могу пройти. Вот этот Альтрон появляется. 169 и... Ну, тут сам видишь. 177, 154. Какой-то там трэш начинается. Ладно, я тогда просто, наверное, звездочки. Хотя, подожди, сейчас глянем, что у нас тут. Может быть, где-нибудь... Нет, наверное, не будет здесь нигде пустельги у нас. Она, скорее всего, пятая звезда. А там с 5 звезд... Ну, давай попробуем здесь. Может быть, она выпадет нам. А, или там 6 звезд нужно. Не помню уже, ребят. Автопобеда, ну, например, 36. Хм, выпадает. Ну, по-моему, у нас есть она, ребят. Нам нужна 6 звезда, а не 5, да? Дубликат же получается. Да, ребят, дубликат. Нам нужна 6 звезда. Такая не катит фишка. Раз, два, три, четыре. Да, там нужна 6 красная звезда. Здесь тоже не могу, ребята, получить, потому что видишь, кто нужны здесь. То есть Омегу мне не открыть. Хоть и хотелось бы, но не открыть. Так, ну ладно, здесь вроде бы все. Космическое испытание, война альянсов. А что у нас там с войной альянсов? Дай-ка я сейчас просто гляну, друзья, быстренько. По-моему, мы выигрывали. По-моему, ребят. Или уже новый ранг, сейчас посмотрим. Ну давай ты прогружайся там уже. Что там зависаешь-то, ё-моё. Да, ребят, это у нас новый этап пошел вставить, ну, защиту. Я на защиту послал, ребята, ложков. Более-менее сильных я забрал, потому что те, кто у тебя будет в свободном доступе, те будут у тебя участвовать именно в атаке.
открывает. Вот, блин, все уже подкрывали кровяного охотника, кроме меня, ребята. Блин, пипец. Я его до сих пор не могу открыть. Ну что, Капитан Америка, может быть, найти? Но здесь без бонуса он идет. А если без бонуса, ты сам понимаешь, будет мало чего найти. Подожди, я не могу понять, где у нас... Я где-то не прошел... А, вот, наверное. Да, ребят, скорее всего, здесь. Ну-ка. Ну, тут-то мы должны справиться, я думаю. А кто у нас там последний будет? Ага. Ну что, в бой? Пускай покажут мне, кто там у нас доступен. Ого, открытый космос, который раз уже тут оказываюсь. А все равно никак не могу привыкнуть. Я вот никак не могу привыкнуть к лысым обезьянам в красном трико. Но я уже об этом не кричу, на каждом углу. Ракета, эта блокада Кри разорвет наш геликарьер на куски. Разберись с ней, чтобы мы могли добраться до точки перемещения. Понял, взорвать их к чертовой матери без проблем. Что? Нашей боевой мощи в жизни не хватит, чтобы уничтожить всю блокаду. В этом вся и проблема. Звездный лорд прав. Я переведу геликарьер в скрытый режим. Собери команду и отправляйся на главный корабль. Саботируй блокаду, и мы сможем проскользнуть. Понял. Режим проникновения туда и обратно. И если уж что-то случайно взорвется, то мы просто спишем это на нашу удачу. И чё? Вот такой команды. Ну, в принципе, ребят, пустельга. Пустельга. Капитан Марвел. Ну, не знаю, сейчас попробуем. Может быть, что-то да получится. Попробуем. Ну, давай, прогружайся. Что у нас там? Великий Фьюри, могучий миллионер, помог нам преодолеть щит и попасть на флагманский корабль. Синяя тревога, у нас захватчики из удара, огонь по готовности. Похоже, работа миллионера на сегодня еще не закончена. Получайте. Ну что же, получайте, поехали. Тут у нас и Кри, и эти. Так, минус. Ну, если так пойдет дело, ребят, конечно, мы пройдем сейчас на изи. Я бы даже сказал, наверное, на 3 звезды. Так, давай-ка шлепнем. Готово. Так, я не буду, ребята, ему провокацию ставить. Не стоит, мне кажется. Вообще-то надо было на бой эту. Ну, если она так их сдувает всех, то тогда понятно, ребят. Вообще изично. Вот и все. Хорошо, с охраной разобрались, как попасть в командный центр. Думаю, он за этой большой запечатанной дверью. О, божечки. Это что за штуки я к ней прикрепил? Бабах. Да, теперь о скрытности можно забыть. Но зато хоть что-то взорвал. Мне просто повезло, хотя я сам творю свою удачу. И бомбы. Базара нет. Ну что, друзья мои, победа на 3 звезды. Прекрасно. Что это такое за фрагмент сферы, сбивая с ног? Собирай фрагмент, так, в ежедневных бонусах и на сайте и на узлах компании. Каждая сфера содержит до 30 осколков персонажа. Каждая сфера. Вау. Но если бы, ребята, гарантировано бы, это другой разговор. А если так, от 1 или там от 5 до 30, это, конечно, лажа полная, потому что они предпочитают давать нам по минималке в основном. Ну что, я иду сюда, ребята. Здесь у нас, кстати, с бонусом. Да что такое-то? С бонусом все идет. Эй, тянучка, а можешь сделать что-нибудь с этими ручками и кнопками, чтобы Фьюри смог провести геликарьеру? Я уже видел подобную технологию Кри. Она позволяет их кораблям работать как единое целое. И если отключим ее, то сможем внести сумятицу в их ряды и проскочить. Великий мастер фантастик, я верю в тебя. К тому же, разве мог Ультимус найти кого-нибудь столь же умного, как ты? Ух, Тор, в вашем мире что, нет моего двойника? Потому что я куда умнее его.
Ну что же, ребята, умнее его, но мы посмотрим сейчас, как это будет. Блин, мне не нравится, ребята, этот Дракс здесь. Вообще не нравится. Хотя вот они с Гаморой вместе здесь очень даже хорошо вписываются, гармонично. Вот два персонажа. Ладно. Давай смотреть, что у нас из этого вообще всего может тут получиться. Я думаю, также пройдем на изи. Никаких не должно быть особых проблем. Не знаю, какой у вас план, но если вы откажетесь от него, то мы, возможно, пощадим вас. Их план прост, брат. Они хотят нарушить связь между нашими кораблями. Но этого они не предвидели. Она усиливает корабль технологиями Ваканды. Если не остановим ее, то я даже не представляю, сколько мне придется тут провозиться. У нас нет столько времени. Чтобы выиграть, остановите вражеских операторов. То есть вот этих, да? Ну, я думаю, это будет легко. А где еще оператор? Больше нету. Тогда влупляем. Ну, давай торнадо сделаем. Блин, Дракс, фигу, что, ребята, он сразу автоматически берет на себя провокацию. Так, Шури пришла. Ее надо как-то, не знаю, наказывать. Я не хочу, чтобы она тут бафалась. Так, тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Все-таки бафается, а? Ладно, сейчас уничтожим. И остается по... Нет, не только пантера. А, вот оператор. Мне хиляться нужно, я думаю. Ну давай хильнемся, фиг с ним. Лечилку сделаем. Так, теперь Мбаку удалим отсюда. Гасим. Все. Оу, подожди, еще ребят оказывается. Я что-то подумал, что мы всех уничтожим, но нет. Мне плевать, что вы играли. Я все равно считаю, что я умнее. Возможно, когда ты ясно мыслишь, но сейчас твой разум затумнен волей Ультимуса. И это не могло бы... И это не могло мне сказаться на твоем гении. Я выиграл, потому что стремление спасать хорошо прочищает мозги. 2 миллиона золота из сферы. Нифига себе, как фартануло там кому-то. 2 миллиона долларов. Ой, ну да, 2 миллиона кредитов из сферы. Я максимум, по-моему, один доставал миллион. Так. Ну что, друзья мои, вот у нас и хлопчик, за которого будем драться. Хм, только поглядите на все эти корабли и крисы с испорченными сетями. Носятся как фардинг с отрубленными головами. Кто, прости? Никогда не видел фарлингов, но если отрезать им головы, то они становятся очень злыми. Ухохочешься. Ладно, хватит странных аналогий. На одно задание. Возвращаемся на Милан, садимся на геликарьер и... И ничего, у вас нет будущего. Удар, это конец. Да, конечно. Это конец, это оно не хочет, что ли, помешать, типа? А пупок-то не развяжется у тебя? Мешать мне. Сейчас глянем. Не, пустельга, ребята, пустельга. И капитан Марвел тут, конечно, наяривает. Будь здоров. Так что... Приготовьтесь сгореть и переродиться через мою ярость в виде чистой космической энергии. Ой, прекрасная космическая птица очень расстроилась. Это мы и без эмпата поняли, Мантис. Ракета, у тебя все еще осталась взрывчатка? Хм, и что ты будешь с ней делать? Она сама взрывчатка. Так, ну, во-первых, надо Грута убирать сразу отсюда, по возможности. Чтобы он тут не возрождал всех на место. Так, дальше что? Наверное, псайлок надо бомбить. Так, шторм тут выделывается.
Поехали. Ага, Минерва. Блин, слушай. Удаляем Минерву отсюда. Делаем так. Дракс, ты главное не возьми на себя провокацию, пожалуйста, я тебя умоляю. Поехали. Минус. Минус. И минус. Так, Дракс уже взял провокацию на себя. Вражеский. Так, хильнемся, наверное, ребят, потому что тут у нас со здоровьем беда. Запускаем волну. Убираем отсюда лорда. Я чую его, геликарьер. Он готовится отчалить. Когда разделаюсь с вами, я обращу его в прах. Да ладно, ты серьезно, что ли? Да она ватная, ребята. Goodbye. Фьюри, оскверненный феникс повержена. Но я не знаю, насколько долго. Да и военные корабли уже начали перегруппировку. Мы садимся, Милан, и мотаем отсюда. Если собираешься отправить эту посудину в другое измерение, то я бы на твоем месте не тянул. Наш выход. Полная скорость. Лечим через блокаду Кри. Доктор Стрэндж, Америка, вы готовы? Мой ритуал начался, мисс Чавес, если откроет портал, мы сможем преодолеть сразу несколько измерений и оказаться на Халле. О, я более чем готова познакомить Ультимуса со своими руками. Всем постам приготовиться к межпространственному прыжку до Халлы. Ультимус, мы идем за тобой. Ну что же, мы идем за Ультимусом. Типа. А тут где-то победа на 3 звезды, это говорит о том, что мы с тобой сможем фармить Колоса. Но я думаю, что Колоса я фармить не буду, потому что, ну, мне не нравится он. Кто он у нас? Провокатор, по-моему, да, если не ошибаюсь я. По-моему, провокатор. И если я не ошибаюсь, то Колоса я могу, по-моему, ребят, прапать на новый ранг. Сейчас посмотрим. По-моему, там не хватало совсем чуть-чуть для того, чтобы его прапать. Ну-ка ты. Не могу, ребята, я думал, что смогу его прокачать. Я ведь пропустил, да, его, ребят? Я ведь пропустил. А раз я его пропустил, значит, он не может еще, ребята, прокачаться. Я бы в любом случае заметил бы желтую полоску. Да ладно, не может быть, чтобы... не может же он быть в самом низу у меня. Внизу идут новички. А Колос у меня далеко не новичок. Где же он? Пока, пока не замечаю, ребят. Ну тут просто быстро мелькаешь и можешь просто его пропустить. А вот он все-таки. Ребят, нет, да, новый ранг. Всего-то лишь... Да, слабовато, конечно. Так, что у нас тут есть? Давай посмотрим. Ага, одна сфера. Маловато будет денег. Маловато. Так, до 10 осколков на кого? Понятно. Фрост. И все, что ли? Так, у меня получается 67. 67, по-моему, по припасам. Ну, я не знаю, если только на 4-ю звезду агент США прокачивать. Ну, не пузыря же.
Пузыря не хочу, ребят. Пузырь как-то мне не нравится, если честно. Пузырь этот вообще беспонтовый. Просто беспонтовый. Повышаем на одну звезду, да? Ну и, по-моему, наверное, все. Я, конечно, ребят, хотел бы пройти еще в событии, продвинуться дальше, но в этих событиях ты фиг куда продвинешься. Может быть, вот тут попробовать? Тут 90-97, а мы... Нет. Ну смотри сам, 42, 90, 50... Не-не-не, какое там? Даже и речи быть не может. Мы не продвинемся, ребята. Так же, как и здесь. Блин, они вроде бы слабые. Смотри, 14 там... 10 тысяч, но... Вот эта команда, ребята, она не может с ними справиться. Ты не поверишь. Вот эти вот ребята 94-го, 72-го, они не могут там справиться. Парадокс, правильно? Вот смотри, давай я тебе сейчас покажу, как это будет выглядеть. Особенно самый последний бой, когда Ультимус, этот робот, как его, призывает своих роботов, блин. И они начинают друг друга бафать. И из двух ударов выбивать, извини меня, моих бойцов. Это нереально. Давай попробуем как-нибудь. Вон они бафаются ему. Эти слабенькие еще. А вот именно когда пойдут вот эти вот. Так, минус один. Пока. Ну, в невидимость, наверное, войдем пока. Сколько их здесь? 15. И потом, главное, будет такой, ребята, хитрый выбор. Либо нам выбрать Ультимуса, атаковать, либо танков. А из танков я не помню, кто там. По-моему, два Капитана Америки будет. И что-то еще. Сейчас не буду врать, ребят. Увидите все сами. Я не могу понять, мы что, не можем этого сосунка завалить, что ли? Давай хотя бы так сделаем. Так, минус. Ну что, теперь... Росомаху будем бомбить. И до Человечка-паука мы с тобой добрались. Вот сейчас следующая партия, ребят. Но это еще не все. Это еще лопушки. Так. Вот это вот, ребят, противная фигня, потому что он берет... Он берет на себя провокацию и начинается вот эта вот тягомотина. Поехали. Еще минус один. И вот, ребят, на следующей волне, на следующей волне как раз выйдет Ультимус. Да почему я называю Ультимус? Как он там? Трон, как его там? Ультрон, ё-моё. Так, ребят, вот с этими... По-моему, с фиолетовыми, да, с фиолетовыми нужно, блин, быстрее разбираться. Они очень жестко бомбят. Прям вообще пожескочу, я тебе серьезно говорю. Видишь, они тут усиливаются. Так, давай сделаем таким вот образом. Так, взорвем нафиг. Есть, упал.
упал. И последний остается, ребят. Слушай, прошли. Причем на 3 звезды, надеюсь. Да, ребята, круто. Мы прошли с вами на 3 звезды. А до этого я не мог пройти. Прикинь. Запинули меня сейчас. Как видишь, все получилось. Значит, мы двигаемся дальше. А дальше будет, ребята, еще хуже. Потому что дальше, по-моему, одни ультимусы. Не ультимусы, как их звать-то, блин? Оу, тут у нас плащ. Так, слушай, нет, тут... слишком как-то их мало. Ладно. Я думаю, что этот отряд должен потянуть. Здесь вот кроссбоунс вообще, ребят, не в тему, если честно. Вот в этом отряде кроссбоунс, он вообще никак не смотрится здесь. Потому что там у нас космос и Кри. А кроссбоунс, он не относится ни к одной, ни ко второй категории. Так, ну вот они, все персонажи, ребята. Здесь больше ничего не будет. Этот сразу в провокацию встает, да? Блин, Грута не достать. А чё так? Погоди, погоди, погоди. Да вы дайте мне сходить-то, блин. Прикинь, просто не дают, ребят, сходить. Зашибись. Нормально? Я даже хода не успел сделать. Да прикинь, что они творят, блин. Охренеть, ребята, я даже хода не успел сделать. Нормально, блин, разыграли, блин. Они меньше меня по уровню, блин. Но они просто мне не дали сделать хода. Офигеть. Просто офигеть, ребят. И как вот, извини меня, и как я тут должен драться был? Если я даже ничего не успел сделать. Ни хода не успел сделать, меня расписали здесь уже. Хотя они слабее, там 40, какой-то там уровень у них 40, 50, а у меня там зимний 80. Зашибись, молодцы. Ничего не скажешь. Блин. Ну я не знаю, ребят. Ну давай этого, наверное. Он нам тоже нужен, по идее. Карнак этот. Если честно. 12 на бонусе, 600 на этом. Нормально, ребят. Ну, давай. Еще 12. Блин, тут еще откаты. Еще 12. Итого сколько уже у нас там? 51. Всего лишь 51. Так, тут у нас что получается? Получить все. Ребят, там 100 карточек на стервятника будет. 100 карточек будет на, на стервятника. Так, этап. Подожди, еще 2 этапа. Забираем здесь. И вот тут. Давай посмотрим, что у нас там. О, вот, ребятушки. До 30 фрагментов. Кто выпадет? Ну, вы извините, ну какие, ребята, тут до 30 фрагментов? Ну, 13 максимум. Вот они, обманщики. Офигеть, ребята. До 30 фрагментов. Угу. Как говорится, горчички. Ага. Трэш. Ну давай, оранжевое снаряжение. Ну а что, ребят, делать? Так, и синее снаряжение. (coughs) 1500, это нам не годится.
Так, 18, 66. Ну, я тогда, наверное, буду... Что я буду? Я ничего не сделаю. Сливать энергию у меня не получится. Здесь у нас энергии нету. 7 из 50. То есть она еще не накопилась. Да, у меня остается, ребят, только что. Только арену пройти. И что я там за арену получу? Сотка, 300. То есть до сюда мне еще пиликать и пиликать. А как раз мне надо будет поднимать по уровню, ребят, железное сердце. То есть раз, два, если по два мы берем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Блин, одного не хватит. Ладно, друзья мои. И, конечно же, я пытаюсь вот это вот пройти, но это какой-то... Блин, ребят, ну это трэш. Я уже фиг знает сколько времени прохожу. И не могу пройти. Видишь, снаряжение 14 категории. Если бы у меня была бы здесь спасительница бы, стояла бы вместо Минервы, было бы намного лучше. Но я не могу ее прокачать. Именно из-за того, что не хватает шмоток нужных. У нее еще шмотки, сам видишь, какие. Скоро будет соткой. Скоро будет соточкой. Видишь сам, что тут нужно. Ну, ё, просто... Ну... Да, много надо, друзья, ресурсов. Очень много, я тебе скажу. Пипец, все что ли? Ну, она, по крайней мере, стала уже, ребята, здесь. Шмот, шмот слабый. Все равно 14 уровень шмота нужен. Этих я пока не буду, наверное, трогать здесь никого. Пускай так пока и остаются. Только этапы с тобой зарабатываем здесь. Так, давай здесь заберем. Здесь. И последний. Это вот здесь. Опять же, ничего, ребят, толкового здесь не дали. А чтобы нам... Блин, во, вот это, кстати, было бы неплохо, ребята, получить. А что для этого надо? А для этого нам нужно поднять... Дешманская сфера. Просто дешманская сфера. Так, это что? 10 осколков. Ну, типа 10 осколков. На самом деле 5. И 200 этих дали. Тут все. А, здесь... Ну, давай, наверное, вот эту вот... Откроем сферу. Туда-сюда, блин, елозит меня, как я не знаю кого. Там получи, здесь получи. Так, ну получается, что все, да, ребят? Ну да, нет, ну эпическую компанию я же еще хотел, точно. Я понимаю, ребят, сейчас меня здесь разнесут в хлам. Но потихоньку, одного, другого, ребят, убираем. Их было в начале 40, по-моему, 7, сейчас их стало 37. Десятерых мы убрали. Но с каждой волной противник все хлеще, 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 ребята. Не дает мне, короче, продыху и не дает мне, гад, расслабиться. Вот у него командочка, блин. Попробуем. Фиг там, что с ними происходит вообще.
Кто там провокацию взял на себя? Я не увидел, кто на провокации, блядь, стоит. Да ладно, этот лопух, что ли, блин? Все, ребят, уже одного бойца нет у меня. Смотри. Уже кто здесь был-то у нас? Ну, и как вот, ребята, вы скажете здесь? Все, просто удары. Минус еще один. Нормально? Вообще великолепно, да, друзья мои, играть? Прям сказка, блин. Давай хотя бы пантеру, может быть, заберем с собой. И все, сейчас ушатают. Это нужно ждать следующего дня, ребята, чтобы они восстановились. Итого их уже, ребята, 32 из 42. Да. Я бы, конечно, с удовольствием хотел бы прокачать команду Пегаса. Но на Железного Человека, ребята, вообще нету карточек. Я не знаю, где их брать. Просто. То есть его, не знаю, как его вкачать. Наверное, никак. Ну что, дорогие друзья, давайте мы сегодня закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.